Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Рубзи, и пришло время серьезных тестов по Brawl Stars, и у нас с вами будет не один тест, а сразу 4 мега крутых теста по Brawl Stars. Oh my. Если бы в Brawl Stars появился новый персонаж, и это был ты, то кем бы ты стал? Дальше, кто ты из персонажей Brawl Stars, твое пристанище в Brawl Stars и самый сложный тест, кто ты из девочек Brawl Stars, друзья? Давайте вы будете вместе со мной проходить эти тесты. Если вы хотите, чтобы я оставил ссылочку в описании, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и, главное, зайдите в магазин и не поленитесь. Введите код автора Робзи. Погнали! Итак, друзья, первый тест. Ты новый персонаж Brawl Stars. То есть, смотрите, если бы в Brawl Stars появился новый какой-то невероятной редкости персонаж или какой-то странный, то кем бы ты хотел стать? Итак, какой ты хочешь быть редкости? Редкий, сверхредкий, эпический, мифический, легендарный, хроматический или награда на пути к славе? Но я бы хотел быть, конечно же, легендарным. Ну или хотя бы хроматическим. Нет, конечно же, легендарным персонажем. Как ты хочешь атаковать? Снаряды, пистолет, другое оружие, бита, молот, клинок, это ближний бой, или руками? Я бы хотел, знаете, я бы хотел снарядами. Легендарный снаряды. Ребята, что-то будет невероятное. Какую силу ты выберешь для суператаки? Щит, невидимость, лечиться, выпускать больше снарядов, атаковать быстрее и сильнее. Невидимость есть у Леона, щит есть, допустим, у Калет. Лечиться есть у Пока, выпускать больше снарядов, пускай вот так будет. Какая у тебя скорость передвижения? Очень низкая, низкая, средняя, нормальная, высокая, очень высокая. Я думаю, что это очень важно, поэтому высокая и очень высокая. Какая у тебя дальность атаки? Маленькая, нормальная, большая, очень большая. Знаете, это смесь Пайпер, смесь Пенни и, я не знаю, легендарной Амбер. Я не знаю, кто получится. Сколько у тебя будет здоровья? Ребята, раз мы с вами делаем какого-то невероятного мутанта, это шестой вопрос, то, конечно же, 5800. Пускай будет 5800. Я буду жестким бравлером, на которого нужно собирать просто 10 бравлеров и пытаться убить. Во что ты будешь одет? Платье, юбка, футболка, джинсы, шорты и кофта, спортивный костюм. Чисто по-спортивному. Такой, знаете, гопник. Гопник с мортирой чисто жесткий. Какие будут твои основные цвета? Яркие, розовый, фиолетовый, голубой, черный, серый, белый, желтый, красный, синий. Мне очень нравится сочетание желтого и черного, но их здесь нет, поэтому черный, серо-белый. Наверное, желтый, красный, синий. Пускай будет вот так. Давайте, да, пускай будут обычные. Кем ты будешь? Человек, мумия, пришелец, другое. Ха! Давайте что-то другое, почему бы и нет? Почему бы, и вот реально, я думаю, что другое никто не выбирал. Какое у тебя будет преимущество? У меня будет шкала хоумрана, как у Биби. У меня будет много зарядов. У меня будет шкала, которая будет делать сильную атаку. Я буду просто обычным бойцом. Нет, пускай будет у меня много зарядов. Посмотрим результат, кем бы я стал, ребят. Итак, ты Джонни. Разработчики решили добавить в глобальном давлении, не обошлось без новых бойцов. Атака Джонни выпускает семечки, которые забирают 750 урона, а суператака — семечки, посаженные в землю, которые прорастают, когда на них наступают и замедляют на этот урон. Нифига себе! Такое существует! И я не знал, что такое собирается сделать, ребят. Я согласен, только чтобы написали не Джонни, а Робзи. Представляете, Робзи в Бравл Старсе. Вот такая моя иконка Робзика, иконка Бравл Старса и просто самый легендарный персонаж в игре. И я бы не отказался, ну а мы с вами идем ко второму тесту. Кто ты из персонажей Бравл Старс? Кстати, ребят, давайте так, вы набираете 20 тысяч лайков, и я сразу делаю ссылочки на все эти тесты в описании, чтобы вы сами ничего не искали. Договорились? Да, и обязательно код автора введите. Не забывайте. Будьте. Поехали. Кто ты из персонажей Бравл Старс? Пройди тест и узнай, кем персонажей Бравл Старс являешься ты. Какая ваша редкость? Легендарный боец, я же про. Эпичный боец, эпический, редкий, награда на пути к славе, мифик, сверхредкий. Легендар, я же про, ребята, ну, я же про, ребят. Серьезно, на кто выберет другое? Ну ладно. Моя сила. Первая, четвертая, девятая, седьмая, девятая, десятая. Спасибочка, ребята, у меня же, ну, у меня в игре есть все пассивки, поэтому
я, естественно, выбираю с пассивочкой. Какой у меня ранг? Ну, смотрите, я не люблю апать 30-35 ранги. Мои все бравлеры вот прокачаны на 20-25 ранг примерно. Поэтому я не буду здесь, скажем так, выдумывать. Я сделаю как по-настоящему. А ваш пол? Конечно же, парень. Парень, нет, не девушка. Ваше любимое занятие. Бросать бомбы, стрелять из лука. Летать, как ворон, бросать в рот чупа-чупс капусты. Кактусы, моя мечта, спать. Это про Олеги, я так понял. Бурить дыры в земле, грабить корабли и банки, стрелять из пулемета, метать кирку, летучие мыши, притягивать к себе что-то, бросать чемоданы, играть в карты, пить газировку, музыка, ухаживать за растениями, кричать «Эль Примо!» или метать зелье, слушать крутую музыку, жевать жвачку, стрелять из снайперского ружья, общаться с пчелами. Ну, с пчелами я вряд ли буду общаться, летать. И бросать в рот чупа-чупс. Кактусы, моя мечта. И спать. Во! Если здесь есть слово спать, все, это мое. Итак, мой результат. Ты легендарный боец ворон. Ты любишь кидать ядовитые кинжалы, хорошо летаешь. У тебя 35 ранг. И я выбирал 25, алло. 9 сила, ты имеешь гаджет и одну пассивку. Ну, спасибо, как говорится, и на этом. Дальше. Дальше, ребята, очень сложный тест. Твое пристанище в Бравл Старс. Не можешь определиться с местом жительства в ролевой? Ничего не знаешь о локации твоей любимой игре? Или надоели классические Бравл и ретро? Хочется что-то новенького? Тогда тебе по адресу! Это место носит название Бравлтопия. Это где? Бравлтопия? Как она выглядит? А как? А, вот это Бравлтопия! Слушайте, если бы такая карта появилась в игре, я бы был в шоке. Я бы реально офигел. Это место название Бравлтопия. Здесь есть кактус, жилетки, летучие мыши-убийцы, крутой ворон-байкер, ругающийся девочка-бурильщик, парень в костюме пингвина, бросающий чемоданы робот, делающий стены и старик, который стреляет снегом. Если ты остановишься на хоть секунду, тебе конец. Уважаемые любители канона, следящие за новостями, ребята, да, в нахождении локациях в игре есть версии чуть ли не больше, чем звезд. A few minutes later. Ладно, давайте мы посмотрим, какое мое место, в принципе, в этой утопии. Да, в Браво утопии нужно занять свое место. Для начала, в каком месте ты живешь? У нашей семьи есть дом за городом, там я сейчас сижу. Я живу довольно в старом здании, не хочу никуда переезжать. В центре города, дом находится в зеленом районе. Наша семья постоянно переезжает. Именно сейчас я на каникулах или в отпуске на море. Хороший вопрос, тут нет моего варианта. В самом обычном городе. Ну, я живу, в принципе, в самом обычном городе. Я живу в самом обычном городе, ребят, поэтому выберу так, как я сейчас и живу. Вы можете выбрать все, что угодно. Кто-то уже на каникулах, у кого-то скоро каникулы. Кто-то посмотрит это видео уже на каникулах. Кто-то до каникулы. В общем, давайте проголосуйте вместе со мной, точнее, пройдите тест. Дальше, вопрос номер два. У тебя есть домашнее животное? Если несколько, выбери то, кому больше привязан. Окей, это ящерка, рыбки, кошка, собака. У меня живет экзотический зверек. Нет, у меня и не надо. Да, попугай или другая птичка. Нет, зато куча растений. Ребят, у меня живет кот. У меня живет кот. Его зовут Пинок. Да, вы не слышались. Его с рождения зовут Пинок. И да, ребята, я его не пинаю. Хотите увидеть его? Зайдите в Инстаграм. Там есть куча фоток с моим котиком. Это шотландский вислоухий, офигенный кот, люблю его безумно, поэтому я выбираю ответ рыбки, кошка, собака. Какой режим в игре тебе по вкусу больше всего? Парное столкновение? Нет. Одиночное столкновение? Возможно. Награда за поимку или осада? Горячая зона, броубол. Захват кристаллов? Мне нравятся все режимы по-своему. Мне режимы нравятся все, но я люблю играть в горячую зону. Почему-то в последнее время я на нее немножко подзалип. Либо, видите, здесь нет еще одного режима, который появился новый, но... Ладно, ребят, ладно, пускай будет так. Дальше, вопрос номер 4. Опиши себя на дистанционных уроках. Ну, у меня урока нету, поэтому я опишу себя, как бы было, если бы было. Без микрофона с камерой, без камеры с микрофоном. Я сижу с камерой и микрофоном, но не с... без камеры с микрофоном. Вот так, вот, все, да, что ты дольше думать. Без камеры с микрофоном. Через силу заставляю себя идти на них, иногда вообще прихожу. Нет, я записываю видео без камеры с микрофоном. И я обожаю это делать, и я очень люблю своих подписчиков, безумно. Но здесь про уроки я буду про YouTube, потому что я занимаюсь именно YouTube.
Так, активно отвечаю за вопросы, плохая связь мне не помеха. Нет, связь у меня хорошая, слава богу. Вопрос номер 5, друзья. Кто из бойцов тебе больше всего интересен как персонаж? Мне, наверное, Леон. Наверное, Леон. Леон, мне кажется, всем интересен. Посмотрим, я не знаю, как ответите вы, но я хочу найти Леона, если он здесь есть. Спайк, Биа, Шелли, Карли, Пока, Тик, Биби, Джеки, Пэм. А его здесь нет? Ну ладно, вор... Кстати, в прошлом тесте я стал вороном, поэтому выберем ворона. Все, я вороном редко играю, но я его выберу. Потому что в прошлом тесте я стал именно воробушком. Итак, в какой компашке ты себя приписываешь? Какая тебе больше нравится? Карл, Динамайк, Джеки? Нет, не Шахтеры. Не Табо, Леон. Неплохая компашка. Дэрил, Пенни, Тик, Шелли, Кольт, Покер, Роза, Беспроуд, Пэм, Джесси и Нани. Это семейка вообще. Кстати, Нани построила Джесси вместе с Пэм. Мортис, Фрэнк, Эмс, это семейка мертвецов. Рика, Мистер Пи, это не хочу туда. Ворон Бу, наверное, все-таки не Табо и Леон. Как-то они мне больше нравятся. Итак, вопрос номер 7. Любишь бывшие события по билетам? До какого уровня доходишь? Скоро нравится. Нет, максимальный уровень, мастер безумия. Легко. С билетами было лучше. С билетами было лучше. Ребята, если с билетами было лучше, с каждого по лайку. Ребята, с каждого по лайку. Просто с билетами было лучше. Здесь однозначный ответ. Где ты сам хотел бы жить? Ну или сама. Неважно где, главное, чтобы семья и друзья были рядом. Я мечтаю о путешествии в зеленом районе бесшумных трасс. Где-нибудь в Париже? Нет, не хочу. В спальном районе, где не занялся. Я в зеленом районе бесшумных трасс. Вот это мой вариант. Итак, результат. Результат. Аркады. Само место для любителей игр и всяких зверушек. В основном там тусуются роботы. С ними за компанию Брок. Аркады находятся между... в центре между шахтой, роборубкой, ретлопролисом, базаром Тары и Бравл Сити. Так, подожди, аркада, зона аркада это где? Это, вот здесь что ли? Вот здесь или... Да, вот зона аркады. Ну ладно. Ну а теперь, ребята, самый сложный и самый интересный тест. Кто ты из девочек Бравл Старс? Кстати, у меня-то 35% зрителей женские, девочки всякие. Поэтому, ребят, вы тоже и девочки можете тоже отвечать. Кстати, да, ребят, если не подписаны, подпишитесь. У меня еще мало того 50% без подписки. А ну-ка все подписались. А мы сейчас решаем, кто ты из девочек Бравл Старс. Если бы такое было возможно. В этом месте ты узнаешь, на кого из девочек Бравл Старс ты похожа. Какой твой цвет любимый? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый, розовый. Оранжевый. У меня оранжевый любимый цвет. Да, кстати. Я не девочка, но оранжевый цвет я люблю очень сильно. Какой у тебя цвет волос? Ну, у меня рыжий, светлый, коричневый, черный. Черный цвет волос у меня. Какой твой характер? Веселый, активный, спокойный, легко разозлить. Я веселый максимально. Выбери бойца мальчика. А есть здесь Леон? Или Ворон? Давайте Ворона выберем. Так, выбери оружие. Винтовка, магия, пшикалка, руки, пистолет. А пшикалка это что такое? Это типа ОМС, отбойный молоток, лом, лазеры, бластер, бита. Ну, мне нравится магия. Magic, it's magic. Какое-то любимое занятие. Все рушить, что-то мастерить, сидеть в телефоне, заняться спортом. Я люблю спорт, ребят. Я люблю спорт, гулять. И гулять люблю. И спорт, и гулять. Давайте спорт оставим. Так, какая у тебя редкость? Пусть славе, конечно же, а есть? Олега, редкий, сверхредкий, мифик, ну легендарочки-то нету, я не понял. Где легендарочку мы отобрали? Что ты обычно носишь? Футболка и штаны, платье, майка, футболка. Я люблю футболку и спортивные штаны, я обычно так и хожу. Комбинезон, толстовка. Выбери домашний, кошка, конечно же. А есть кот? У меня просто кот Пинок его зовут. Показать результат. И Джесси, ну ладно. Хотя бы узнали, что Джесси, ребят. Мы с вами прошли сегодня 4 невероятно крутых теста. Проходите вместе со мной. Если наберете 20 лайков, сразу ссылочки все скину. Поэтому, ребят, не ленитесь, ставьте лайки, подписывайтесь, сводите код автора Робзи. С вами был я, всех люблю, все самые лучшие. Всем покедово, удачи.